Капсула 1, говорит Флорес. Разрешаю спуск на поверхность. Принято. Отключаюсь. Запуск вспомогательных турбин. 20 секунд до входа в атмосферу. Ускоряйтесь и разворачивайтесь. Первичное зажигание на 30%. Поворачиваю. Поворот завершен. 20 тысяч футов. Снижение. Капсула 1, у нас помехи. Переключитесь на усиленную антенну. Подтвердите прием сигнала. Порядок, капсула 1. Приземляйтесь. Мы приземлились. Тут почти как дома. Это меня и пугает. Ну, босс, порядок? А грузовик? Снайперов на третью и на шестую линию обороны. На установку командного пункта даю час. Бегом! Готман, сюда! Ты знаешь, чем мы рискуем. Флорес уже наполовину разобрали. Двигатель будет питать город на 500 000 жителей. Если у первопроходцев что-то получится, сразу докладывай мне. Сэр, я просто слежу за порядком проведения операции. Здесь не земля, Шира. Здесь нет никакого порядка. Внимание, первопроходцы! Я знаю, о чем вы думаете. Назад пути нет. И никто не знает, что нас ждет впереди. Но заковские головастики не одобрят посадку, пока мы не найдем их зонды. Так что за работу! Так, первопроходцу Альфа, как слышно? Это Альфа, прием! На линии атмосферный шум. Не можем связаться с зондом. Штаб Зак, наши системы в порядке. Мы разобьем лагерь. Рекам, на линшу! Штаб, повторите! Хочу немного размяться. Я пойду вперед, чтоб тебя не съели в первый же день. Да успокойся. Это вообще не придется. Если бы не ты, меня бы тут не было. Ладно. Идем. Всем быть начеку. Какой воздух, а? Не пойму, как можно дышать чем-то без запаха сгоревшего карбюратора? Мне нравился воздух на Земле. Он привычнее. Поверь, свежему тоже быстро привыкнешь. Просто мы не должны были быть здесь. Чувство вины. Думаешь, хоть кто-то его тут не испытывает? Я не об этом. Если бы двигатель каравелла не взорвался и не убил бы настоящих первопроходцев, здесь точно не было бы жалкой кучки наемников. Я нанял тебя за напор и настойчивость. Разобьем лагерь. Так, поставь маячок. Пусть знают, что тут безопасно. Чайшну нет. Так, народ, вперед за работу!
Хадберт, Скарстед, на вас периметр. Укрепления должны быть готовы через час. Якуб, проверь снаряжение. Утман, заводи свой сканер и ищи уже эти чертовы зонды. Эй, ты, подойди. Эй, не знаю, что там творится. Хочу перестраховаться и отправить лучшего бойца. Справишься? Просто скажи, что нужно делать. Из наших пушек 100 лет не стреляли. Иди к Якубу и проверь снаряжение. Приготовься выходить, как только обнаружим зонды. Вопросы есть? С земли по-прежнему ничего? Ее правда нет? Мы потеряли связь где-то 65 лет назад, как и предсказывали. Зак подтвердил, что с тех пор тишина. Черт. Знаешь, я рос в нищете, голодал и потерял всех еще задолго до конца. Апокалипсис меня не беспокоил. Я не рассчитывал дожить до 20. И все же я оттуда выбрался. Но не знаю, что мне делать здесь. Прощаться с прошлым, если все пойдет по плану. Это новая жизнь. Ты можешь завести семью, построить дом, потолстеть и постареть. Это буду не я. Я с пушками на ты, а не с детьми. И здесь не нужны такие, как я. Такие, как ты, раньше нет. Но ты в числе избранных. Не упусти свой шанс измениться. Ну а из твоих кто-нибудь выбрался с земли? Мой брат. Почти. Но нет. Его заморозили в ходе эвакуации. Думали, остановим кровь. Но было уже поздно. Твою ж мать. Мне жаль. Да я даже не думал об этом. Ну а как же Сара? Она в порядке? Да. Моя Сара здесь. Ее группу не будут будить еще полгода, но я подожду. Я не сказал тебе в этой суматохе, но, в общем, дочка беременна. Так я выбил ей место. Два по цене одного? Так вот чего ты такой радостный после разморозки. Не наглее, а? Да, дедушка, сэр. Ну, а из твоих кто-нибудь... Мой брат. Поищу стрельбище Якуба. Ладно, мы ждем ответа о зондах. Будь наготове. О чем думаешь, босс? Вот знаю я этот взгляд. Последний день был не из легких. Я не знал, выберется ли хоть кто-то. Мы чудом выжили. Все думаешь об этом? Да, с ума сойти. Прошло 80 лет. Ах, как вчера. Кулаки болят, в ушах стоит звон перестрелки. Да уж, тысячи людей пытались пробиться, толкались, дрались. Ломились к нам в шаттл, пусковая еле выстояла. Я много войн повидал, но это был просто, блин, бедлам. Послушай, выбраться могли или они, или мы, а мы просто выполнили свой долг. И продолжаем выполнять.
поддерживаем друг друга. Ну еще бы. Кроме Кэпа и Кадберт, ты единственный мой выживший знакомый. Единственный, с кем стоит водить знакомство. Я рад, что ты выжил, старый черт. Я тоже. Что думаешь об этом месте? Отлично. Прекрасно. Но уже скоро мы погребем все это под пластиком и бетоном. Да ладно. Откуда столько цинизма? Взгляни на долину. Не знаю, босс. Мы слишком многое поставили на карту. Одна погибшая планета у нас уже есть. Если и сейчас облажаемся... А если нет? Как же. Здесь все будет супер. Может... Мы не будем больше класть пистолет под подушку, бояться помереть от голода каждый день. Поверь мне, босс, я очень хочу, чтобы все получилось. Но люди не меняются. Все еще ставишь на черное? А казино в плюсе. Пора проверить снаряжение. Ты чё, потренироваться хочешь? Ну, за дело. Симпатичненько. Да, новенькая. И сразу тебе в руки, босс. Ну а в танк попадешь? Это как с велосипедом. Давай попробуй, а? Супер! Хватку не теряешь. Все, хватит выделываться. Я говорил, как я рад, что мы по одну сторону баррикад. Черт! Спустя 80 лет даже лучше целишься. Первопроходец, поговори с этой из ЗАГ. Спроси, нашла она что-нибудь? Боже мой, дух захватывает. Видел бы ты это, папа. Эй, ты Шира, да? Прости. Как тебе этот вид? Красота. Да, был бы интернет, могли бы выложить. Это для науки. И, кстати, интернет мы тут проведем в ближайшие 6 месяцев. У нас есть копия всех данных. Да я просто прикалываюсь, Шира. Как успехи с зондом? Пока сканируем. Не знаю, что делать, ведь сигналы зонда просто исчезли. Да, на чем сошлись? На том, что это было вмешательство? Да, из космоса, но не отсюда. Ну, кажется, данные были верны. Мы же дышим. Да, но Зак не сможет отправить сюда еще 500 000 человек, пока мы не получим данные зонда. А что будет, если мы их не получим? Спроси, чего полегче. Как будет проходить колонизация? Ты ведь из оперативного пункта? Да.
Двигатель уже начали демонтировать. Сначала его надо спустить сюда. Тогда ядерный реактор обеспечит всю колонию электричеством. А когда спустят гражданские капсулы? По плану начнем через пару недель. Сначала нам нужны люди и ресурсы, чтобы запустить инфраструктуру. Ну, вода, еда, дома. Затем будем выводить людей из криосна по нескольку тысяч за раз, иначе не прокормим. Вот так потихоньку вокруг нас появится город. А Флорес что, останется там? Корабль строили на орбите, он и не должен приземлиться. Пусть там и остается, он еще понадобится нам для следующих полетов в космос. Однажды. Возможно. Так, ладно, скажи-ка честно. Думаешь, Зак все как следует продумал? Ну, мой папа был в команде проектировщиков. Всю жизнь он готовил меня к этому дню. Величайшее событие в истории человечества. А, так значит, вот как ты попала на корабль. Папочка помог? Нет. Я инженер. Много лет на орбите разрабатывала проект. Сама вкручивала болты. Строила этот корабль. Значит, ты заслужила быть здесь? Нет. Папа помог. Но не так, как ты думаешь. Он отдал свое место мне, а сам остался. Черт, я... Мне жаль. Он был бы в восторге от этого места. Но тут оказалась только я. И я здесь никого не знаю. Ну так заходи к нам. Как все закончится. Мы, ребята, ничего. Ловлю тебя на слове. Эй, а он должен так мигать? Оу, это зонд. Таннер, кажись, есть сигнал, он близко. Отлично, первопроходец. Найди эту хрень и посадим нашу крошку. Принято. О, исторический момент. Это надо заснять. Чё, это тоже для науки, да? Движение на 9 часов. Что-то крупное. Бойцы на позиции. Защищать периметр. Не стрелять, пока не разберемся. Я вижу какую-то гиеновидную корову. Да, я тоже это вижу. Целое стадо. Мы точно знаем, что вся фауна тут вегетарианцы. Травоядные. Мы говорим травоядные. Плевать. По мне, они жутко уродливые. Нет, они поразительные. Наверняка их можно одомашнить и разводить. А, стейк из него вышел бы роскошный. Это подобие коровы устроилось прямо на моем пути. Может, сможешь достать образец ДНК? У нас сейчас другая задача в приоритете, но я попробую, если не спугну. А, нет, убежала. Но задание выполнено. Прекрасно. Кажется, я слышу гром. Таннер, зонд здесь. Приземление было жестким, но данные вроде целы. Принято. Я сообщу в штаб. Хорошая работа. Минуточку. Таннер, я поймала второй сигнал, но с ним что-то не так. Что? Амплитуда колеблется, а она должна быть стабильной. Первопроходец Альфа штабу. Отложите начало операции. Нужно изучить еще один зонд.
Нет, Альфа, задача выполнена. Черт. Максвелл, слушай меня. Мы не имеем права на ошибку. Дай нам время. Чтобы орбитальный интервал закрылся? Есть данные, мы садимся. Хотите искать, ищите, но без меня. Отбой. Первопроходцы, встречаемся у конвоя. Пора найти зонд. Эй, Кадберт, новости есть? Вместо сигнала сплошные помехи, но я отследила источник. Там. Ну что, не забыли галоши? Яков, планета другая, говнище все тоже. Очевистие. Электроника сдохла. Грузовики встали. Дальше пешком. Солдат, твоя главная задача Шира. Ясно? Будьте начеку. Вперед! Слюной, что ли, подавился? Порядок, я в норме. Боже, ведите его на корабль! Скажите медикам! Что происходит? Эй, назад! Вот черт. Таннер, я нашел зонд. Вижу движение. Проверю. Штаб ЗАГ, мы столкнулись с потенциальной биологической угрозой. Запрашиваю карантинные меры на базе. Чёрт, Таннер, я же сказал вам, болванам, никуда не ходить. Я лично отвечаю за посадку, и вы не имеете права нарушать. Максвелл! Эй, босс, ты где? Иду к тому зонду. Как с Карстен? Выглядит паршиво. Есть идеи, что это за черная дрянь? Может, сапрофит или мицелий? Мне нужны образцы. Чё, хочешь поиграть? Давай.
Таннер, на меня напала эта корова. Взбесилась на ровном месте. Пришлось пристрелить. Осторожней. Я тебя понял. Шевели жопу, ищи этот зонд. Таннер, зонд тут. Отлично. Бери диски и сваливай оттуда. Эй, погоди-ка. Он ретранслирует. Таннер. Сигнал исходит не от зонда. Он извне зоны поиска. От кого-то еще на планете. Это невозможно. Здесь только мы. Забирай жесткий диск. Разберемся с сигналом на базе. Принято. А! Черт! Он под напряжением, Таннер. Скажи частоту. Что за... Несущая частота. 9.7. Точка. Таннер, меня слышно? О, черт. Таннер! Таннер! Тут что-то очень странное происходит. Твою ж мать. Максвелл, ты что творишь? А ты как думаешь? Сержант-майор, сэр, нужно вести карантин, нельзя садиться. Отчеты об этой планете оказались неверными. Здесь какая-то аномалия. Сядем сейчас, все погибнут. Мы не отложим посадку, теперь уже нет. У нас нет выбора. Oh.
Даннер, нужна помощь! Нам нужен врач! Позовите! Срочно! Нет, стоп! Они заражены. Изолировать их – это приказ. Какой же ты урод! Посмотрите, у нас тут куча людей, которым очень нужен врач! Шевелите задницами, поступите правильно, или я... Нет! Изолировать. Живо! А тела сожгите! Максвелл совсем рехнулся! Я помогу раненым! Задержите их! Так, прикрой. Я займусь Максвеллом. Есть! Первопроходцы назад! Это приказ! А сейчас, как только ты отзовешь своих отморозков... Сержант-майор, колонизация под угрозой. Необходимо предупредить Флорес. Вы взбудоражили эту дрянь. Вы поставили всю миссию под угрозу. Херня. Строй баррикады. Он хочет все сжечь. Зачем? Чтобы рассказать всем свою историю. Как это проходит, все равно убьем его. Подожди. Только Максвелл может отложить посадку. Тебе нужно его убедить. Поступи правильно! Отзови их! Живо! Живо откладывай посадку! Поздно! Эй, ты! И ты! Помогите с ранеными! Отведем их к врачам! Помогите! Эй, шевелитесь! Сейчас. Так, еще чуть-чуть. Все обойдется.
Твоя проблема. Так, сюда. Все, что сказано. Что ты делаешь? Замораживаю тебя обратно, пока тобой не займутся врачи. Не будь дурой, мне не выжить. Подбадривать я не мастер. Когда пришел конец всему? Когда люди покинули Землю? Когда первый космический корабль разлетелся на куски? Когда твои товарищи-первопроходцы рассыпались в пыль? Когда удалось увидеть свою смерть? Но Енох не закончил с тобой, первопроходец. Как я говорю, всегда можно все исправить. Из какого года? Года. Какого года? Что? Твоя капсула. Где аппараты связи? Идем, док. Они идут, уходим. Мы что, их бросим? Это первопроход. Мы здесь не за этим. Прости. Чего? А ты подойди и проверь. Аномалия идет. Посмотрим, быстро ли ты бегаешь. В ничейные земли. С остальными. Где я? Захлопни пасть! Эй, солдат! Ты тоже из ЗАГ, да? В ничейных землях давай держаться вместе, чтобы выжить. Выжить что? Иначе эта буря нас поджарит. Эй, вы двое! Сказал же, заткнитесь! Мы на месте! Идем! Назад! Назад! Что происходит? У них Алиум, в нашем конец! Быстро валя отсюда! Куда? Там буря! Думаешь, Алиуму есть дело до бури? Твою мать! Давай сзади, через кап! Не получится! Давай бросим их и спрячемся! И лишим капитана удовольствия? Ты совсем охренел? Беги его! Я не вижу! Я не вижу! Папа! Перестаньте! Зачем? Он был ранен! Не будет мучиться! Так лучше! Вперед! 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 Сколько? Сколько она идет? Что? Это война! Сколько идет? Не знаю! Началась до моего рождения! Это нахрен невозможно! Эй! Откройте ворота! Живее! Уже почти на месте! В каком месте? Куда ты нас везешь? Я не должен... Да что с тобой такое? Только Искриос наш, что ли? Искриос? Я только... Да, я тебя быстро просвещу. Первопроходцы обещали нам рай. И что мы получили? Сраные инопланетные бури! Ни укрытий, ни еды. Нас просто бросили умирать. А твои дружки из ЗАГ торчат в своем бункере. Брехня! Было не так! Электроника отказала! Мы могли бросить вас гнить в капсулах, но нет! Мы спасли тебя, сукин ты! Я кому сказал захлопнуть пасть? Поехали! Советую зажать нос!
Добро пожаловать в долину смерти! Это просто безумие! Ну рехнулись люди! Это просто какой-то долбанный ад, Даня! О, еще какой! Вперед, в нечаянные земли! Сука! Ugh.